выбрались посмотреть, что же, на что способен металлоискатель. Видите, кто-то нашли. Сейчас откопаем, посмотрим. Там нашли жестянку, а здесь уже нашли от культиватора лапа. А ищем сегодня на такой вот прибор Тихон. Ну что, видите? Такие вот сегодня находки на Тихона. Лапа, нетушитель и еще не знаю, что за кусок металла. Это или скраб, отходы от металлургии, похоже на него. Так что как-то так. Вот такой вот Тихон. Первый коп, можно сказать. Кусочек килограмм 20, наверное. Вот такой вот был металл сегодня найден. Буквально час покопали. Это был первый выезд. Пробный. Как видите, огнетушитель. Нож, еще какая-то железка. И вот такой вот кусок скрапа. Кусок отбил. Попробовал магнититься. Скажите, его принимают или не принимают? И еще вот, вот такой вот металлоискатель искал. Это катушка от него, а вот сам металлоискатель. Китайский Тихон TX850.